Samsung Series 3 является сильной, практичной и, что немаловажно, доступной серией ноутбуков. Основными пользователями их могут быть студенты и выпускники школ, а также все, кому нужен недорогой и практичный инструмент для работы. В состав серии входят модели с диагональю экрана от 11,6 до 15,6 дюймов, а построены они на базе как процессоров производства Intel, так и AMD. Сегодня мы обсудим 15-дюймовую версию на платформе Intel Sandy Bridge. В комплект поставки входит батарея, адаптер питания, документация и диск с драйверами. 15-дюймовые ноутбуки Samsung Series 3 получили очень тонкую рамку экрана. Это позволило сделать его корпус компактнее, сохранив при этом большую площадь экрана. Все элементы корпуса ноутбука выполнены из матового пластика. Благодаря этому отпечатки пальцев на поверхности будут видны не так сильно. А сам корпус защищен от мелких царапин. В остальном дизайн весьма строг и практичен, без лишних декоративных элементов. Качество сборки здесь на высоком уровне. Все детали идеально подогнаны, люфтов и скрипов нет. Радует также и широкий выбор вариантов цветового оформления. Серый металлик, синий, красный, оранжевый и традиционный черный. Дисплей 15,6 дюймов с популярным для большинства современных моделей разрешением 1366 на 768 пикселей и соотношением сторон 16 к 9. Он имеет экономичную LED-подсветку и матовое антибликовое покрытие, исключающее отражение. Над дисплеем расположена 1,3-мегапиксельная HD-камера, которая вместе со встроенным микрофоном с функцией подавления шума позволяет проводить видеоконференции на отличном уровне. Звуковая подсистема представлена двумя динамиками, расположенными над клавиатурой. Она обеспечивает довольно хорошее качество звучания даже на максимальной громкости. Создатели ноутбуков Samsung Series 3 оснастили свои творения полноразмерными клавиатурами островного типа с дополнительным цифровым блоком. Работать с ней довольно удобно. Клавиши имеют мягкий ход и четко реагируют на нажатие, а набор текста сопровождается негромким шуршанием. Тачпад крупный, с приятной шероховатой поверхностью и четко реагирует на касание. К его свойствам относится поддержка множественных касаний, а также разделение на зоны для вертикальной и горизонтальной прокрутки. Клавиши тачпада также крупные и являются единственным контрастным элементом благодаря своей хромированной поверхности. Они характеризуются легкой и мягкой работой. К нам на обзор попала модель Samsung NP300 V5Z S01 UA, в состав которой входит процессор Intel Core i3 2310M с тактовой частотой 2,1 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти DDR3 1333, дискретная графика NVIDIA GeForce GT520MX с поддержкой технологии NVIDIA Optimus и жестким диском емкостью 320 ГБ. Со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту. Емкости батареи при постоянной сложной нагрузке хватит на 2 часа 45 минут, а в режиме чтения аппарат проработает до 5 часов. Кроме того, ноутбук поддерживает фирменную технологию Samsung Power Plus, которая позволяет сохранить до 80% начальной емкости батареи спустя 1000 циклов зарядки. Такой ноутбук отлично справится с любыми офисными приложениями, покажет HD-графику, а также позволит пользователю насладиться новейшими играми. На передней грани расположился картридер 4 в 1. Справа находится оптический привод, два порта USB 2.0 и замок Кенсингтона. Слева расположились стандартные разъемы для наушников и микрофона. Еще один порт USB 2.0, видеовыходы HDMI и VGA, а также разъемы RJ45 и DC-in. Из беспроводных модулей здесь имеются Wi-Fi 802.11bgn и Bluetooth 3.0. Данная модель поставляется без предустановленной ОС, так что ее выбором вам предстоит озаботиться самостоятельно. Мы рекомендуем использовать Windows 7. Она идеально подойдет для работы и обеспечит вам доступ ко множеству полезных программ, а также полностью раскроет потенциал этой замечательной машины. Стоит отметить, что на диске с драйверами, который поставляется в комплекте с ноутбуком, вы также найдете и такие полезные фирменные утилиты, как Samsung Control Center, Samsung Support Center и Samsung Update Plus. Они избавят вас от нужды самостоятельно искать и устанавливать драйвера и обновления, а также облегчат настройку системы.
Перед нами отличный многофункциональный стильный и компактный ноутбук. При всем при этом он имеет производительную начинку и адекватную цену. А разнообразие доступных конфигураций позволит выбрать необходимую именно вам. Кроме того, Samsung является одним из крупнейших производителей мобильной электроники, качество которой не только находится на очень высоком уровне, но и сопровождается отличным сервисом в нашей стране. Это делает ноутбуки Samsung Series 3 отличным выбором для всех, кто ценит практичность, надежность и доступность.